Всем привет, с вами Антон 99, и сейчас мы будем продолжать играть в Farming Simulator 2013. Я не играл, не снимаю на видео. Так, все, давайте. Ну все, поехали. Так. Ну и сейчас нам опять, собственно, самим придется отвозить пшеницу и продавать ее. Так, давайте опять включим карту, чтобы было пореалистичнее. Ну, скоро уже закончится. Мне уже кажется даже, что сейчас на 100% не заполнится. Ну, всего 39%. Это очень мало. Так что, пожалуй, я сейчас не хочу делать так много. Я лучше разгружу. Видите, как прикольно, да, этот трейлер. Так что давайте поехали на вторую. Мне кажется, здесь на помпе за 100%. Уже 50. Блин, 72. Короче, этот... Думаю, что этот прицеп мне хватит на вечно. То есть больше прицепа не надо покупать. Потому что и так все хорошо у нас. Я убавлю чуть-чуть звук. Так, все. Меня, чтобы было получше слышно. Я поставил звук вообще на 10%, это минимум. Так бы я вообще бы его выключил. Так, ну. В принципе, можно и так поездить, но так тупо, мне кажется. Вот мы уже подъезжаем к магазину. 8:20 утра сейчас. И скоро мы уже будем засеивать новое поле. Ну, не новое, а просто новое. Новое пшено, так сказать. Пшеница. Ну что, кстати, тупо, ну что, пешеходов нельзя сбивать, то есть ничего. В машину врезался, а она дальше поехала. Все, мы уже практически подъезжаем к нашим деньгам, можно сказать. Кстати, смотрите, наш трактор еле прет, потому что он едет со скоростью 30 км/ч максимум, а так, когда он без груза, то он может разогнаться до 40. И когда у нас была старая тележка, то он тоже разгонялся до 40 сейчас. Кстати, ночью как-то попафоснее ездить вот так вот. Поприкольно. Мне нравится больше ночью гонять. Но у нас еще раннее утро. Смотрите, как быстро, кстати, заканчивается топливо. Вот смотрите, у нас сейчас 28514 монет. И вот сколько будет сейчас? 10 тысяч это точно будет. Вот, даже больше 10 тысяч. Ну, классно вообще. Очень даже. Ну, это, конечно, все пока. Так, давайте посмотрим, как у нас комбайн завершил свою работу. Так, вот. Отпускай. Ну, в принципе, тут осталось... Комбайн. А, он просто, да, под... Не, глючит иногда. И вот так вот. Ну, я сам хочу сейчас
доработать это поле. Чтобы осталось один раз проехать. Кстати, еще в чем прикол, сейчас я вам покажу. Вот, видите? Нельзя ездить слишком быстро, или он не будет гасить. Видите, вот там скошено осталось. Но это ничего страшного, все как культиватор. Так берем. Все, ну. Комбайн я далеко убирать не буду. Пусть он стоит где-нибудь вот здесь вот. Вот сюда вот. Много различных всяких модов есть на эту игру. Но я не буду с модами делать. Так, да ладно, ладно, все. Да не езжу я, ну что ты говоришь? 15 километров в час максимум. А, ну 20, да. Давайте вообще все дособерем, что мы тут оставим. Так, все. Культиватор я тоже не буду. Убирать далеко. Вот здесь вот пусть стоит. Теперь нам нужен вот этот, да. Ой, только... О-о-о. Пипец. А, тут этот трактор наш берется. Покупать, да. Сейчас я знаю уже одну фигнюшку. Вот, смотрите, выбор техники. Технику на ферму и вот на этот трактор. Ну, все, смотрите, она теперь на ферме. То есть, вот она, то есть все хорошо. Поэтому я говорил, даже не будем париться. И, кстати, смотрите, этот трактор, ну, у него 23 литра бензина он вещает. Куда это вообще годится? Что это за говно такое? Блять, 8 километров в час. Так быстро. Прицепляю. Со скоростью 21 километр в час мы едем. Отлично. А, сейчас я еще одну фигню помню сейчас. Так, вызываем работника. И пусть он нам засеивает поле. Вот я не понимаю, почему, ну, когда работник, то не тратится ничего. Вот я не понимаю, что это за бред. Вот. Вот так вот я распределяю сам. И видите, тут тратится. 98. 97. Я вообще не люблю это делать. Поэтому пусть работник пашет. Так сказать. Все, поехал. 8 километров сейчас. Ну пипец просто. Так. Опять вернуть технику на ферму. И трактор. Все, никаких проблем нет. Никакого читерства тоже. Ну и в принципе-то сейчас нам надо просто опять разводить уже из третьего. Пшеницу так прицепляем. Вообще я, наверное, продам. Вот там другой. Блин, путаю с КамАЗом трактор. Не знаю почему. Ну, Евротрек симулятор. Вс.
50%. Сейчас. О, смотрите, как он, да? Здесь 73%. Ну, там вроде тоже было 73%. Пофиг, я уж не помню. Смотрите, я продам, наверное, вот тот вот. А, зеленый. Блин, трактор, да. Вот тут вот зеленое говно и красный еще. И куплю себе нормальный за 94 тысячи. Потому что так играть это капец с этим зеленым трактором. Уже 9 утра. А, еще, кстати, вот здесь нахер не нужна заправка там, так как можно заправиться у нас прямо на ферме. То есть вообще не понимаю, зачем это надо. А, и меня еще интересует вопрос, что будет, когда не заправить. Блин, извините, я сейчас. Все, извините, я тут. Так. Давайте посмотрим, что у нас там на ферме. О, смотрите, как хорошо он пахнет. Трактор. Так, кстати, ровно по дороге ездит. Ха. Нет. Скоро, кстати, будет опять же сам. Просто нет новых идей пока что. По Майнкрафту там тоже войны кланов будут. Ну, когда я прилечу из Турции, я сейчас в Турции. Так. После-послезавтра я прилечу вот. Там уже лоскоя будет день, два раза в день. Там сам Майнкрафт, Сургион симулятор и фарминг симулятор. Вот это 4 игры. А ну ему в день два раза в неделю, это вторник и пятница. Позитив. А, кстати, я вот не понимаю, вы реально не смотрите на звук или что? Просто вот мне один чувак, вот он меня очень взбесил. Говорит, я видел лицо Антона, когда позитив снимал мобгейм. Так вот, я вас хочу разочаровать, это не мое лицо, это лицо позитива, и он вообще-то представляется, что он позитив. Вообще так взбесил меня этот чувак. Вот, посмотрите сами в мобгейме, последний выпуск. Смотрите-ка, у нас уже 83 тысячи. Давайте посмотрим, сколько стоит трактор. 94. Ну вот, смотрите, зеленое говно продадим. Зеленое говно. За 7500 и за 28 этот. И вообще все будет так. Ой, видите. Так, я не хочу опять ехать. Так. Вращаем. И ходим, бля. Вот жалко, тут нельзя сесть в машину там. Ну, смотрите, тут все аккуратно. Так, красный продаем. Хватит, я сейчас такой. В принципе, просто развернем отсек. Так, ну все это. А, ну. В принципе, так. Делаем вот так сейчас. Еще работники тут. Сразу все вот эти вот сюда вот поставим. Ну все, и продам нахер. Все дерьмо. О, теперь у меня 119 тысяч, ребят. Я, честно говоря, очень обрадовался. Так, блин, все в одном месте. Так, мне надо противовес чем-то. Есть.
Блять. А я его... Все, извините за мат. Купаем. Подождите, а может за 112 купить вот эту? Сколько? 73. А ну... Так этот покороче будет. Может вообще за 119 купить? Это будет уж слишком, конечно. Ну, не знаю, не знаю. Может вообще подкопить и на этот. 104, вон, 141 вообще. Да, давайте вот эту вот сейчас купим. Так. Подзаработаем. Конечно, плохо, плохо, что потом ко мне просто вообще буду сидеть на жопе, можно так сказать. В принципе, можно расширить свое поле, вот на это потом сделаю. Это вообще, я не знаю, это кукуруза вроде. Кукурузка. Ой, я случайно таб нажал, как в Майнкрафте. Посмотреть, сколько игроков на сервере. У меня тут такой интернет говёный, что просто капец, и поэтому Майнкрафт там очень жутко лагает, поэтому я даже стараюсь не снимать его. Заходите, кстати, в группу ВКонтакте, ссылка в описании. Из 9000 моих подписчиков там только 80 человек. 85. Так. В описании группа, в общем. Заходите. Там всякие обросы. Там снимать и то снимать. Вот. Следующий пункт. Такая. Давайте посмотрим прогноз погоды. Он же нам так нужен. Так, проценты по кредиту. Что, можно кредит попробовать? Собрано единицы. Ну вот, мы уже почти что приехали на нашем тракторе. За деньгами. Что тут, кстати, нет автомобилей больше. Ну, в принципе, я неплохо подзаработал за два летсплея 120 тысяч. Но теперь я сяду сейчас на жопу. Жопа. Так, ну я пропущу, это не очень интересно. В общем, все. Так, и сейчас, сейчас, мы, дорогие дамы и господа, может вообще за 139 взять? Пипец, я уже почти что любой трактор. Смотрите, вот, смотрите. Ржачно, ржачно. Так, 142, 141. Это вообще говнище. Нет, давайте куплю белый трактор, в общем. Трактор. Все уже. Что сделано, то сделано. У нас осталось 6 тысяч, мы банкроты. А-а-а, что нам теперь делать? Я вообще не знаю. Ну, давайте. Вернем технику на ферму. Посмотрим. О! Забысы. Как так? Вообще норм. Вообще класс. Ну, на этом, наверное, все. Я, пожалуй, закончу. Всем спасибо за просмотр. С вами был Антон. А, сейчас, давайте, сейчас доедем. Давайте.
Будем сеять поле. А вот, кстати, заправка. Вот там вот заправиться можно. Ай, черт, нет, мой трактор. Ох, как он гоняет, короче. Все. На этом все. Теперь уж точно. Всем спасибо за просмотр. С вами был Антон99. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравилось. До свидания.